привет! И вы на канале Сестричи. Вы нас просили сделать видео, что в наших рюкзаках. Сейчас мы вам все покажем и расскажем. Ну что, я начну первое. И вот он мой рюкзак. На нем очень много значков и брелков. Я люблю, когда очень много брелков. Вот такие вот у меня значочки, которые я сделала сама. Это из термомозаики. Арбузик, мороженка. Это тетрис. И это кеды. Ну, один. И здесь имейл. Здесь у меня куча брелков. Вот. Здесь у меня есть такое сердечко. И есть пандочка. Ребята, напишите в комментариях, кому нравится вешать очень много брелков на рюкзак. Мне нравится. Здесь такое отделение. Здесь у меня салфетки. Теперь я открою большое отделение. Так. Начнем. Это у меня папочка для домашнего задания. Сегодня у меня домашнего задания нету, потому что в среду не задают. И в пятницу не задают. Здесь у меня есть такая вот тетрадь. Сюда мы приклеиваем информацию для родителей. Вот. Вот, например, мама, папа прочитали и расписались. И вот здесь очень много есть. И все, больше здесь ничего нету. Книжки мы домой не носим, они у нас остаются в школе. А домашние задания нам задают в тетрадях или в листочек. Если ты еще не видел, как мы делаем домашнее задание, то переходи по ссылке в описании. И да, у меня есть бутылочка. Это ланчбокс. У меня здесь кое-что осталось. Я сегодня не доела. Вот. Это моя бутылочка с молочком. Это пенал. Вот. Пенал. У меня здесь лежит. У меня здесь лежат потелители. Точилка. Здесь у меня лежит клей. И карандаш маленький. И еще стиралочки. И вот такой вот огромный пенал. И он тяжеленький. И можно руки качать. Здесь 4 отделения. Открываем пенал. Здесь у меня... Да. Я его немножко рисовала. У меня здесь линейки, ножницы. Да. Особого ничего нет. Дальше второе отделение. Здесь у меня здесь карандаши простые, и у меня их очень много на всякий случай. Открываем третье отделение. Да, это. Здесь у меня фломастеры и карандаш. Идем дальше. Здесь у меня цветные карандаши. Тоже чуть-чуть заканчиваются некоторые. У меня очень много пеналов. Я постоянно их меняю. Например, я хожу иногда вот с таким. У меня это еще из первого класса. Если мне надо есть один, то я у меня на другой. Есть у меня такой вот со смайликами. Эмбис. И есть вот такой вот скилли. И это все, что в моем рюкзаке. Вот он пустой. Пока, у меня больше нет. Теперь буду складывать все обратно. Все, я пошла в школу. Вот и мой рюкзачочек. Многие его уже видели.
Здесь много таких значков. Тут какашечка разноцветная, мороженое, лайк, конвертик и стрелочка. Это у меня был ключик, он поломался. А здесь висит у меня такой вот башмачок. А теперь посмотрим, что внутри рюкзака. Здесь у меня книги мы домой не носим. Они у нас всегда остаются в школе. И дневников у нас тоже нет. Все наши оценки в журнале учителя. Ну что, теперь я вам покажу, что у меня здесь есть. Здесь у меня такая папочка. Моя другая папочка поломалась. Эта папка Ксюшина, свою я намочила, и потом она вот здесь вот поломалась. И эту я тоже намочила. В общем, у меня бутылочка протекла. Сейчас я покажу, что у меня здесь есть. В этой папке у меня домашнее задание. Мне дали вот такой цветочек, чтобы я повторила таблицу умножения. Здесь таблица на 9. Здесь у нас пример. Ты открываешь вот здесь. И вот тебе ответ. Это я буду повторять. Это книжка задания, что мне задают в школе. Сюда я записываю наши уроки и какие задания. Это тетрадка для родителей. Здесь, например, информация для них. Или какие у нас тесты будут. Мы приносим родителям, они читают и потом расписываются. Например, вот здесь. Это тетрадка по математике. Здесь я решаю. Это мы, у нас позже тоже будет на тестами. Вот. И сегодня мне задала учительница заполнить вот это. Я должна дорешать эти примеры. Этот конвертик тоже для родителей. Здесь вся информация для наших родителей. Здесь мы пишем число и саму тему. А здесь родители расписываются. Здесь больше ничего нет. Дальше у меня идет вот такой вот ланчбокс Винни-Пухом. Мне нравится. Тут у меня ничего нет. Я все села. И дальше моя любимая бутылочка с единорогом. Она очень удобная и, самое главное, не проливается. Просто надо правильно закрыть. Вода еще осталась. Идем дальше. Здесь у меня вот такой вот пенал. Только он у меня немножко испачкался. Надо его постирать. Здесь у меня цветные карандаши. Самое главное, что мне надо в школе. Также у меня есть два простых карандаша и одна ручка. Нам хватит одной ручки. Потом дальше у меня есть ножницы, клей, карандаш, пластик. Клей, карандаш и эластик. С другой стороны у меня эти маленькие фломастеры, которые мы тоже заказывали из Китая. Дальше у меня вот такой пенал. Арбуз. Здесь у меня фломастеры. Два упали. Полный пенал фломастеров. Еще с первого класса фломастеры. Ну вот и все, что у меня в рюкзаке. Здесь у меня есть второе отделение, но пока я сюда ничего не складываю. Наверное, ланчбокс положу. Ну вот и все, мой рюкзак пустой. Я сюда положу мой ланчбокс. Вот. Ну что, ребятки, на сегодня все. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Лайки.
Тима этот.